На Колыме продолжается иммунизация населения. По плану врачи должны привить более 47 тысяч человек. На данный момент привили 50%. Сейчас процесс вакцинации проходит волнообразно. Бывают дни, когда колымчане активно идут в поликлиники. В основном это связано с тем, что скоро им нужно будет улететь туда, где требуется справка. Но после таких дней, как правило, начинается резкий спад. Однако с конца прошлой недели по сегодняшний день идет хороший рост привитых жителей. Несколько коллективов, так сказать, провакцинировались. Индивидуально люди тоже ревакцинируются. То есть это идет полным ходом. Пожалуйста, мы приглашаем всех, как и на первую вакцинацию, так и на вторую. Если это коллектив, то к коллективу приезжает медсестра с фельдшером или медсестра с врачом. Врач осматривает тех по списку, кого представили на вакцинацию. Соответственно, выявляет показания или противопоказания к ней, заполняет необходимые анкеты, согласие, а медсестра ставит, так сказать, вакцину. То же самое, только здесь, в стационарных точках, происходит то же самое. Напомним, сейчас в Магадане доступны две вакцины – гамковид-вак, она же спутник ВИ, и ковивак. Сейчас препарата хватает, но если появится необходимость, то его привезут еще.